Приветствую всех. В общем, ехал я на дачу. Пока ехал не очень быстро, все хорошо. Машины ехали чуть больше полтинника, я решил ехать за ними. Ехал какое-то время, температуру на солнце было не видно, но когда все сдохло, всего 120 градусов там было. То есть она ей сильнее грел, но в этот раз вот так. И, короче, все вклинило. И на этот раз у меня вот задир из боков, до этого был посередине. Теперь вот два бока задрало. В общем, перегревается он как ни крутить. И, наверное, да, цилиндр какой-то, фиг пойми, форму. Мне нечем на даче мерить размеры. Ни поршня, ни цилиндра. Вот там две блямбы видно, наверное, где прилипло. Само все более-менее. Все, видите, в нагаре из-за того, что масло стало не больше. Нагар сильнее образовывается. Не знаю, короче. А так моторчик, в принципе, ехал неплохо. Если его не перегревать, он вполне себе ездит. Вот, сейчас пробег около 200 километров на нем. Сейчас подточу, попробую. Надеюсь, еще поезжу. На 53 еще заклинило, боялся заблокирует колесо, нифига. Сцепление пробуксовало. Успел нажать, и все нормально, в общем, без проблем. Так что зря боялся, в принципе. Ну, хотя раз на раз может, конечно. Ладно, до встречи.